Большей части людей, присутствующих на мероприятии, нет и 25 лет. Но столь юный возраст не означает, что они не могут принимать ответственные решения. В ноябре общественно-политической организации «Молодая гвардия» исполняется уже 10 лет. Мы работаем в рамках реализации нескольких федеральных проектов, которые направлены на работу практически во всех сферах. То есть это и зачет работы со студентами, это и герой нашего времени, проект, который занимается патриотическим воспитанием в целом, и ряд других проектов. Конференция была посвящена двум направлениям. Был заслушан отчет о деятельности организации за последние полгода и выбран новый руководитель регионального отделения. Им стала Ленара Самединова. Наша сегодняшняя конференция плавно пересечет в образовательный форум молодых гвардейцев. И мы остаемся здесь, на этой базе, еще до завтрашнего вечера. К нам приезжают разные почетные гости, тренера, центрального штаба, депутаты Московской областной думы, правительство Московской области. И будут вести уже занятия для наших ребят по теме ораторского искусства, личностного роста. В общем, как быть полезными нашему Подмосковью. Старшее поколение внимательно следит за деятельностью участников организации. И более того, зачастую прибегает к их помощи. На самом деле, молодая гвардия сегодня работает по нескольким направлениям. Во-первых, они занимаются проектами, которые являются сами инициаторами. Они работают с проектами, которые ведет «Единая Россия». У нас их много, и они очень актуальны. Ну и третье, они начали большую работу по обновлению деятельности организации через блоги, через сайты. Одним из наиболее успешных является проект «Зачет», действующий на территории всей Российской Федерации. Его цель – защита прав студентов. Если студент живет в плохих условиях, если ему завышают цены на обучение, если ему завышают цену на стоимость питания в столовых, то мы считаем, что это неправильно, и мы должны с этим бороться. Мы проводим постоянные мониторинги, мы проводим мероприятия, которые привлекают внимание к этой проблеме. Бывшие участники организации «Молодая гвардия», а ныне начинающие политики, пришли дать совет и поделиться опытом с подрастающим поколением. «Молодая гвардия» тоже много может дать полезного, да, если только они будут сами трудиться. Что бы ни говорили взрослые, но молодость не всегда означает безответственность. И молодогвардейцы это лишний раз доказывают. Александр Шишов, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».